Совсем скоро на Первом канале состоится премьера второго сезона из сериала «Дипломат». В новом сезоне лучников улетает в другой город на краю России, но уже в пути обращает внимание на стройные ножки стюардессы Жени. Позже его верным другом становится еще и Вера Анатольевна, сотрудник полиции. Кроме того, с ним периодически выходит на связь все его бывшие. Все они жаждут возвращения дипломата в Москву. Главные роли в картине исполнили Александр Лазарев-младший, Анна Легчилова, Анна Старшенбаум, Виктория Романенко, Полина Кутепова, Игорь Ясулович, Светлана Немоляева, Павел Любимцев и другие. Премьера второго сезона сериала «Дипломат» состоится уже в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.